Девчонки, мы поехали в Ленту. Это наш папа, наша машина. Тут столько народу всего. Вообще, в этой Ленте здесь ни разу не была. Так, взяли тележку там. Папа идет, зашли, мебель посмотрели. Кстати, здесь увидела, что есть пункты самообслуживания тоже. Что-то там люди, видимо, сами рассчитываются, ходят. Ёлочку купили, да, интересно. Да. Все, это сейчас надолго. Вот этот, Жень. Пап, выбери, я не понимаю в ананасах. Какой он должен быть? Понимаю. Я, наверное, вот этот возьму. Что? Вот этот. Новый коричневый. Но. Пожелтей, который надо брать. Какие? Ну вот такой, вот, пап, смотри. Возьми. Давай. Они, наверное, на кассе взвешивают. Маленький один берем. Два? Один папе? Один нам. Так, нам знаешь, что надо? Давай по списку. Давай шампунь. Тебе шампунь что-нибудь надо? Вот, для бритья что-нибудь. Что-то цен ничего нет. Давайте шампунь сразу выберем, чтобы потом не возвращаться. Надо мужской, Невея. Так, что у нас тут? По скидкам. А, вот, Жень. По скидкам можно вот такой взять. Вот это вот хороший, говорят, шампунь. Вот такой. Я себе возьму. А ты же выбирай тоже себе что-нибудь. Невея, Невея, надо сотреть. Невея. Вон он Невея стоит. А, белого нет. Ну, бери. Так, где для души? Ой, девчонки, вот эта серия. Ну, выбирай, выбирай. А где? Советую вот эту вот очень маску белорусскую. У меня есть сейчас такая бальзам сияния. 167 рублей. И шампунь. Шампунь вообще супер классный, но у меня от него почему-то перхоть после 4-го применения. Ну, пошлите дальше. Да, пошли. Так, теперь по списку нам еда нужна. Да. Я вот только не знаю, где здесь еду продают. Где мы прошли, из пен есть. Ничего не надо вам? Вот из дезодорантов? Она хотела вот это, мало ли. Дезодорант? Рексона, что ли, она? А, ну, это мужские. Нет, а для нее. Так, а где женские? А ей прыскать надо или который мажется? Вот женские. А, шариковый. Так, ну вот смотри, вот такой есть. 115 рублей без запаха. Да вот, вот такой возьми, антибактериальная свежесть или вот сухость пудры. Они и тот хорошие. Тебе дезодорант какой вот, Рексона? Я блендер за 1899 этот. Вот такой нет, красивый. Ликер Амаретто. Водка Белуга 1299. Водка Белуга 1300. Так, вот и я теперь увидела вот эти вот кассы самообслуживания, где народ сам подходит, рассчитывается. Я же в крупных магазинах не бываю, так и не видела. Все, девчонки, мальчишки, приехала я, в общем, с магазина Ленты. Скажу сразу, крупные такие магазины я вообще не люблю и больше ездить туда не буду. Кстати, цены там я бы не сказала, что прям вообще дешевые. А некоторые позиции у нас даже как бы в магазинах дешевле, чем в самой Ленте. Ну да ладно, что я купила, в общем. Чек у меня вышел на 1495 рублей. Так, сумма по скидке у меня была 263 рубля. В общем,
Сумма всего чека 1495, это уже со скидкой. Так, первая взяла зубная паста Aqua Fresh, раньше я такую не брала, со скидкой она мне обошлась 68 рублей. Дальше, огурцы, вот такие вот, Каркунов, 3 штучки, вышли они со скидкой 120, ну почти 130 рублей. Так, убираем. Дальше, ананас у меня вышел на 142 рубля. Так, сыр, вот такой вот фетос рассольный. Сказали, что он вот, да, вот для греческого салата. Сыр мне обошелся в 75 рублей. Дальше, шампунь. Девчонки, взяла какой-то новый шампунь Royal Beauty. А, вот такой вот. Это производитель у нас Израиль. 750 миллилитров с маслом макадамии, с минералами Мертвого моря, с витаминами В и ПП. Не знаю, вот здесь вот идиш, да, какой у них язык называется. Вот так вот все написано. И вот здесь вот, вот такой, в общем. Содиум лаурет сульфат на втором месте. Ну ладно, будем пробовать. Сейчас понюхаю. Ой, пахнет очень приятно. Вот именно маслом макадами, по-моему, он пахнет. Итак, этот шампунь мне обошелся со скидкой 149, ну 150 рублей, а так он как будто бы стоил 264 рубля. Так, дальше, сын взял себе шампунь Нивея Сила Угля, глубоко очищает. Этот шампунь нам обошелся 167 рублей и гель Нивея в 179, вот такой вот. Заряд бодрости. Но дорого, вот дорого. Потому что бывают в командорах цены намного дешевле, как бы. Вот бывает по 90 рублей в Окее вот эти вот гели и шампуни. Ну, я считаю, что это как бы дороговато. Так, дальше я взяла яблоки. Яблоки у нас вышли. Они по 100 рублей килограмм. Здесь у меня сколько? Почти 600 грамм на 56 рублей вышли. Взяла бутылочку Чинзана. Это Бьянка Вермут. Чинзана у нас стоит 397 рублей по скидке. И взяла вот такие вот тарталетки для икры. Они обошлись 130 рублей. Так, ну еще раз вот чек. 1495 рублей. Так, дальше. Зашла я, в общем, в рыбный отдел. Взяла вот такое крабовое мясо. Сын попросил на Новый год именно крабовый салат. Он его очень любит. Девчонки, чек, не знаю, потеряла, но сумма вот всего, чего покажу, сейчас вышла 299 рублей. Взяла шпроты, увидела у Алены блог Германия. Аленчик, привет тебе огромный. Вот такие вот шпроты взяла. Она делала со слоеного теста закуску, она меня заинтересовала, хочу тоже сделать ее на Новый год. Так, дальше, вот такие шампиньоны резаные я взяла, потом у нас ананасы королевские именно кружочками я взяла, и взяла еще баночку маслин отборных. Вот это вот все вышло на 299 рублей. Так, и заехала я еще в фикс прайс, сейчас тоже фикс прайс покажу. Так, ну и по фикс прайсу, чек у меня вышел на 911 рублей 70 копеек. Так, взяла, в общем, туалетная бумага 99 рублей. Так, дальше вот такие вот снежинки взяла на окна. Они у нас получаются наклейки по 53 рубля. Потом, девчонки, взяла набор многофункциональных кухонных ковриков 45 на 29. Это я взяла в холодильник на полочке, в общем, постелить. Этот набор у меня, так, 55 рублей. Дальше взяла вот такую вот коробку за 77 рублей. Объемом она у нас получается, сколько же литров здесь? Так вот, девчонки, не вижу. Сейчас посмотрим. Так, ну не вижу, в общем, я объем вот этой вот штуки. Здесь вот идет размер. 395 на 140. Дальше взяла себе КТ ватные диски. Так, ватные диски у нас по 53 рубля. Девчонки, взяла себе книжечку почитать на досуге. Татьяна Полякова, авантюрный детектив. Небеса рассудили иначе.
Книга 99 рублей. Так, взяла вот такие вот сменные блоки для ролика. Две штуки, сам ролик у меня есть, вот поэтому взяла только блоки для них. Они стоят 53 рубля. Дальше повторила, как всегда, гель для стирки Велор. Мне он очень нравится, я его всегда покупаю. Выгодно. И вообще мне он понравился. 55 рублей он стоит. Так, дальше. Кошки. Взяли два Perfect Fit. Вот таких вот. И взяли еще Феликс. Так, получаю. А, и про ящик не сказала. Вот этот ящик стоит 77 рублей. Вот. Так, так, так. Феликс стоит 77 рублей. И Perfect Fit по 17,60. Закончились у меня вот такие салфетки вискозные, 6 штук, где они 30 по 38, мне они очень нравятся, и стол протирать, и пыль ими протирать, мне все, в общем, нравятся эти салфетки, 26,50 они стоят. Дальше взяла себе вот такой вот спонжик, 77 рублей для макияжа, это у меня уже третий. Так, 77 рублей, да, я сказала? Опять же повторила вот эти вот кухонные. Сейчас, когда убиралась, у меня прям вся упаковочка махом так улетела. Так, это у нас... Что это у нас? Набор губок 53 рубля. В общем, он мне обошелся. И взяла еще прям вот такой вот большой. Вот такую большую корзину. Она больше той корзины. Сейчас покажу, насколько. Считайте, в половину, да? Вот. Ну, почти в половину, в общем, получается. Где-то вот так вот. Вот. Эта корзина у нас стоит 99 рублей на 18 литров. Ну, а здесь, я думаю, литров, которая поменьше, литров 15 в ней, в общем. Так, ставим сюда. Так, ну и все. Вот все мои покупки. И это обошлось 911 рублей. Все, больше я ничего не брала. То есть, получается, 1500 я потратила в ленте. 911 рублей, ну, да, 912 рублей, это фикс прайс, и 300 рублей, это у нас в рыбном месте, ну, и того, минус, так, 2, ну, минус 3000, скажем так. Ну, все, девчонки, вот такие были у меня покупки. Все, всем пока-пока, девчонки, мальчишки, всех люблю, всех целую, до новых встреч, пока-пока.